Лен, ну расскажи, как сбор прошел? Как себя ощущаешь, чувствуешь? Сбор прошел отлично, все понравилось, все было очень классно. Вот. Сыграли два матча, один был с Локомотивом, другой был товарищеский между собой. Вот. С Локомотивом мы выиграли 1-0. Между собой я играла за красных, но мы проиграли 4-2. Но мне получилось отличиться, вот чему я тоже очень рада. Важный для меня гол, вот, и нужно не останавливаться, двигаться только вперед и как можно больше забивать голов за сборную. Расскажи, как забила. Там была подача с фланга, вот, и я видела, что он не вперед идет, и чуть-чуть отскочила назад и как раз в полете сыграла. Сейчас возвращаешься в «Зенит», быстро переключишься со сборной на клуб? Ну, мы профессионалы, я думаю, мы должны... как бы быстро переключаться, уметь переключаться со сборной в клуб. У «Зенита» большие задачи, я так понимаю, в предвкушении Суперлиги? Ну да, мы, конечно, сейчас не проиграли ни одного матча, вот, чему мы очень рады. И, конечно, нужно не останавливаться и двигаться только дальше. Супер, спасибо. Спасибо.